Август 1942 года. Леонид Макеров отправляется на фронт Великой Отечественной войны. Тогда молодой боец уже окончил Ворошиловградскую авиационную школу пилотов. К февралю 1945 года молодой капитан был помощником по воздушно-стрелковой службе командира 943-го штурмового авиаполка 1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта. К тому времени Леонид Макеров успел совершить 133 боевых вылета на штурмовку укреплений, аэродромов и скоплений войск противника. В результате точных ударов он уничтожил 58 танков, 164 орудия зенитной артиллерии, 17 дзотов и 50 самолетов противника на земле. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, капитан Леонид Макеров был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». После окончания войны в звании майора Леонид Макеров был уволен в запас. Жил в Кустанае и похоронен там же, в Парке Победы, в 1954 году.